Всем огромный привет! Вы на канале Екатерины Гришиной. Давно я не делала никаких обзоров, уже соскучилась. Я сходила в магазин Fix Price вчера и решила, что, может быть, стоит поделиться с вами своими покупками и заодно с вами пообщаться немножко, так как уже действительно давно не делала никаких обзоров и знаю, что некоторые уже хотели бы что-то от меня увидеть. А вот первое, что бы я хотела вам показать, это вот эта вот салфеточка на стол. Покупала я ее, правда, покупка это была прошлая. Прошлый поход был в магазин. Очень мне нравятся по качеству вот эти вот салфеточки на стол термические. Стоила она, по-моему, 55 рублей. Не деформируется, ничего не стирается. Можно смело вытирать мокрой тряпкой. Ничего с этой салфеточкой не случится. Дальше уже не первый раз беру вот это вот средство для стирки. Я знаю, что, оказывается, многие блогеры на своих каналах это средство из Fix Price уже хвалили, но я, к сожалению, не видела этих обзоров, а мне просто посоветовал тогда в прошлый раз консультант в магазине вот это средство. И я нисколько совершенно не разочаровалась, потому что... Что мне нравится больше всего в этом геле, это то, что после стирки у белья не остается никакого запаха. То есть можно смело, у кого есть какая-то непереносимость резких вот этих вот ароматов в моющих средствах, смело брать этот гель. К тому же он очень хорошо и отстирывает, и хорошо смягчает. Если какие-то деликатные ткани, то тоже вполне подходит. Как-то один раз мы постирали... Не было, закончился этот гель, пришлось постирать обыкновенным каким-то или Ариэль, или что-то, тайт какой-то был. И вообще даже потом не могли пользоваться вот этими вот, чувствовался вот этот вот аромат резкий. Просто все, я вот после этого средства больше никакими порошками пользоваться не могу, потому что даже заснуть мы не могли, мы потом перестирывали это постельное белье, потому что невозможно было. Дальше, что еще обычно? Я теперь вот... Покупаю только вот этот вот гель для очистки труб, потому что вообще классный гель, особенно если не дожидаться, когда сильный засор произойдет, и заранее для профилактики использовать его для очистки труб. Просто вообще великолепное средство, учитывая, что здесь объем 700 миллилитров, 750 даже, стоит это средство всего 55 рублей. И вообще считаю очень-очень хорошее средство, рекомендую всем, подходит для любого вида труб. Дальше вот такой вот гель для туалета я купила. Произошла такая ситуация, то что не было средств для очистки труб, и мы залили вот этот вот гель для туалета тоже вот прочистить трубы. И оказывается, что он прекрасно справляется с этой задачей тоже, хотя не предназначен. Единственное, что если кто-то не брал, хочу предупредить, у него очень резкий какой-то запах, по-моему, щелочи. Если вы используете для туалета или там для чего-то еще, то лучше открывать все окна и вообще выходить из квартиры, проветривать как следует, потому что очень резкий запах. Но отмывает хорошо и вот даже подходит для такого вот чистки труб тоже. Дальше решила попробовать взять еще вот такое вот средство для ванн. Я пока использовала его только один раз. В принципе, сказать, что, ну, что могу сказать, очищает хорошо. Единственное, что если только у кого-то вот какие-то повреждения уже эмали есть, бывает, что уже не совсем свежая эмаль, тогда, конечно, тяжело очищается, но, в принципе, если более или менее нормальная ванна, то очищает нормально, прямо отбеливает все, и все вот эти вот элементы, краники, душ, все элементы, которые есть в ванной, сантехника, она тоже очень хорошо очищается, блестит. Ну, в общем, тоже советую. Но учитывая то, что вот такие вот, такая вот экономичная цена, вот все это стоит 55 рублей. Не знаю, мне кажется, что очень-очень-очень хорошее приобретение. Всем советую. Дальше еще что я решила взять в этот раз себе вот эту вот пасту.
Беру я уже ее не первый раз. Это вот такая вот паста. Написано здесь, что 99% натуральных веществ. Она как бы кокосовая. С отбеливающим действием. Бережное отбеливание написано. Что хочу сказать, почему я беру именно эту пасту. Насколько я помню, здесь в составе нет содиум, лаурил сульфата и каких-то еще неблагоприятных компонентов. Вот здесь написано, что да, без сульфатов, без парабенов. И также не содержит синтетические ароматизаторы и красители. Собственно, вот именно поэтому я полюбила эту пасту. Но, кроме всего прочего, у нее еще и очень приятный аромат кокоса. Вот здесь вот она вот так вот зафольгирована. Ну, кто берет эту пасту, обычно тот знает, то, что у нее здесь такая вот есть пломбировочка. Она вот так вот открывается. Очень-очень приятный аромат. Советую, кто не брал, обязательно попробуйте. Хочу передать привет Ирине. У нее есть канал Биби Брайан, называется как раз. Ирочка, передаю тебе привет. И хочу тебе сказать, у тебя есть на твоем канале подборки с кокосовыми средствами. Я не помню, есть ли у тебя там эта паста или нет. Но советую тебе тоже включить свои любимчики. Вот такое вот средство с кокосом, если ты еще не пробовала, обязательно попробуй. А также купила еще такой вот крем-масло для лица. Это фитокосметика. Я уже беру не первое средство из этой линейки, этого бренда. А у меня есть маска для волос репейная. Она такая желтенькая, приятненькая. Я в одном из своих обзоров уже ее показывала. Если хотите посмотреть, там где подборка про разные средства для волос. Есть такое видео у меня. И, в принципе, положительное у меня мнение об этой косметике. Она не содержит сульфатов, она не содержит силиконов, каких-то резких синтетических ароматизаторов. Все натуральное. Конечно же, я пробовала еще и шампунь из этой серии. Брала с эффектом ламинирования для окрашенных волос. Конечно же, вы не получите от этой косметики очень быстрый видимый результат, потому что ну, там нету каких-то вот таких вот силиконов и других компонентов. Но зато там все натуральное, даже можно посмотреть, если кто-то хочет, что здесь действительно нет абсолютно никаких химических компонентов, все натуральное. В составе только масла натуральный. Вообще я удивилась, насколько натуральный состав у этой косметики. Прочитала. Во-первых, она выглядит, сам тюбик выглядит вот так. Внутри здесь в коробочке лежит вот такая вот памятка. Здесь можно прочитать и на самой коробочке, и вот в этой вот памятке, что, смотрите, здесь разные есть средства. Крем-масло для лица. Я взяла для комбинированной жирной кожи, ну, так как все-таки у меня больше такого склада кожа, что она как-то быстро начинает салиться, быстро исчезает на лице косметика по этой причине. Ну, в общем, здесь в состав, я так поняла, входят натуральные в основном масла. Сейчас поточнее я вам скажу, что сюда входит. Ну вот, смотрите, здесь есть масло оливы. В самом начале идет. Дальше здесь разные настои. Масло виноградной косточки, камелия. Ну, в общем, много-много экстрактов, можете сами почитать. Причем я не заметила вообще в этом составе абсолютно ничего химического. Я не пойму, за счет какого средства этот продукт хранится 24 месяца и сколько он должен храниться после вскрытия. Здесь не написано, здесь просто есть, что вот указано на упаковке. Да, здесь написано 22 год. До какого числа? Вот. Дата выпуска 01.20, а исходит срок уже 1.22.
Если здесь нет каких-то химических компонентов, такие как парабены, я не пойму, за счет чего оно сохраняет свои свойства, честно говоря. Но вот здесь, видите, написано: увлажнение 24 часа, невесомая текстура, мгновенно впитывается, оставляет ощущение свежести, восстанавливает естественный баланс воды, способствует выработке коллагена и эластина, разглаживает мелкие морщинки, усиливает процесс регенерации, уникальная формула крема, эффективно питает кожу, не оставляя жирного блеска. Ну да, вот здесь алоэ вера, мята, виноградные косточки, масло. В общем, содержит растительные масла. Причем мне понравилось то, что без следа жирности кожи. А я как-то в последнее время полюбила средства вообще с маслами. Я использую и компании Avon, и другие. И мне было очень интересно узнать, что же из себя представляет. Если кто-то уже пользовался, пожалуйста, напишите свое ощущение про данный продукт. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение, а потом сравнить со своим. Ну и также, вот как видите, кроме вот этой вот линейки, в которую входят средства для сухой и нормальной кожи, а также для жирной и комбинированной, здесь разные компоненты. Я вот выбрала именно это, но там они присутствовали все. Вот, можете, если хотите, изучить, посмотреть. Может быть, что-то и вам тоже подойдет. Есть еще вот такая вот серия «Аквакрем». Написано, что на термальной воде. Я почему-то вот эту вот линейку в нашем магазине не увидела. Здесь написано, что 24 часа увлажнения. Тоже только натуральные компоненты. Результат — мягкая, нежная, кожаная кожа написано. Но тоже тут для разного типа. Вот почему-то я не видела их. Ну, в следующий раз посмотрю. Может быть, в каком-то другом магазине стоит еще посмотреть. У нас здесь несколько магазинов в районе. Дальше еще. Не первый раз уже я покупаю вот такие вот лаки для ногтей. Вот такой вот лак я уже брала. Вчера вот я его нанесла вот на один ноготь. Это было вчера вечером. Как видите, никаких он своих... Сегодня уже вечер другого дня практически. 4 часа, 4 час. Ой, 3, оказывается. Но во всяком случае уже прошел целый день. Ничего не стерлось. Я вообще поражена тому, что, оказывается, за 55 рублей можно купить такого хорошего качества лак для ногтей. Ну, просто действительно, он долго держится. Он, вот, кстати говоря, даже специально проэкспериментировала. На один ноготь вчера нанесла, сегодня стерла. Видите, никакой желтизны на ногтей не осталось. Ну, я наносила сначала базу, потом сверху этот лак. И что самое примечательное, он ложится, вот это вот практически один слой. То есть я просто нанесла достаточно жирно. И действительно, эффект присутствует заявленный, гель лака. Цвета вообще... Я брала еще в прошлый раз такой розовый у меня был. В одном из видео я с этим лаком снимаю видео. И еще вот такое вот лечебное средство для ногтей. Тоже вот у меня сейчас на ногтях. Я специально не стала включать вспышку, чтобы было все. Вот здесь вот два слоя. Написано, что этот лак укрепляет ногти, способствует быстрому росту. Что здесь еще? Сейчас мы посмотрим, что здесь еще написано. Стимулятор ускоренного роста. Вот. И также он используется для предотвращения расслаивания ногтей. Примечание: нанести средство на чистые сухие ногти в один слой, дать высохнуть, использовать как самостоятельное покрытие, так и в качестве базового. Ну, собственно говоря, что я и сделала. Написано, что увлажняет и укрепляет. Я его использовала как базовое покрытие для ногтей. И надеюсь, что мои ноготочки это как-то восстановит. И в целом я... Ну, собственно, показала вам все покупки за вчерашний день. Все очень бюджетно, все очень меня устраивает. Вот этот вот крем обязательно буду пробовать. Он тоже вот здесь вот так зафольгирован, я не показала сразу. Давайте посмотрим, может быть, его свойства заодно. Такой вот он жирненький.
Сейчас посмотрим, как он. Очень приятный. Что удивительно, я думала, что аромат будет неприятный. Аромат очень приятный. Аромат прям такой, вы знаете, очень-очень запах свежести. Чувствуется, что здесь есть алоэ в составе. Посмотрим, не обманули ли по поводу впитывания. Ну, у меня, в принципе, на руках-то, конечно, кожа, она более сухая, чем на лице, но все равно. В общем, сейчас уже можно оценить. Я не чувствую никакого эффекта масла. Очень-очень легкий крем. Очень приятный. Действительно, я не вижу никакой жирности, липкости. Остается проверить, как оно будет использоваться на ночь, как оно будет под макияж. И потом расскажу вам о своих впечатлениях. Ну, такой вот, собственно, был сегодня заказик. Я надеюсь, что я сделала нормальное видео. Хотя, в принципе, конечно, я понимаю, что не очень много показала. Но все-таки, поскольку я соскучилась, я решила снять его. Хочу напомнить так, что вам также, что на моем канале проходит конкурс для моих подписчиков. Смотрите, есть предыдущие видео с этим конкурсом. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если кто не подписан. Если вы хотите принять участие в видео, если в этом конкурсе, если вам интересно смотреть мои обзоры. Также я думаю, что я, скорее всего, изменю немножечко условия конкурса, в каком плане все для участия останется прежним, но я озвучивала, что закрою этот конкурс, когда будет на канале 300 подписчиков. Я думаю, что я, скорее всего, не буду дожидаться этой цифры, потому что, ну, есть люди, которые все-таки приняли участие и ждут. Мне не хочется очень долго томить их в ожидании. Я думаю, что до конца февраля, чтобы к 8 марта тот человек, который выиграет, смог получить свой подарочек по почте. Я думаю, что я, скорее всего, 1 марта закрою этот конкурс. И мы разыграем его, как я обещала. И также я отправлю его обязательно бесплатно тому счастливчику, который станет победителем. Так что приходите на канал. Надеюсь, что вам было со мной интересно. Приходите на конкурс. Ожидайте, я думаю, что в скором времени я сниму что-нибудь еще интересное. И пока-пока. До скорых встреч!